Что ж, и всем привет, с вами Вячеслав Син, и сегодня мы продолжаем, выживать в игре Subnautica. Я сказал, что это прохождение, в предыдущей части я был крайне неправ, это все-таки выживайка в Subnautica, и мы продолжаем выживать. Ну что ж, давайте наберем 4 кислотных гриба, как нам надо. Мы хотим сделать какой-то рефризер или что-то типа того, для того, чтобы он из CO2 делал, соответственно, О2, то бишь кислород. Ну, не чистый, конечно, а то нам от него... Хотя, пусть будет О2. Не в медицинских целях, а чтобы подышать маленько. К сожалению, я, ребят, сразу скажу, не помню, что нам на него надо. Единственное, что я помню, это нам нужны грибы, кое я, собственно, собрал. И нам нужна медь. Вот с медью будут сегодня проблемы. Потому что, как я уже в предыдущей серии говорил, я в упор не вижу вот эти наросты. Если я их и вижу, то вижу совершенно случайно. О, рыб-пузырь нам нужна. Причем очень нужна. Че по инвентарю? По инвентарю пока все хватает, все есть. У нас тут рыбки-бумеранги, они спят. О, рыбы-пузыри, прекраснота. Нам нужно просто много воды. Нам нужна вода, желательно вся. 30 секунд. Да, мне очень нравится, насколько нам сейчас хватает воздуха. Просто офигенно. 105 это, наверное, то, к чему и стоит стремиться. Ночь здесь, я бы не сказал, что прям темнущая. Но, в принципе, да, темная. Давайте еще 2 рыб-пузыря про запас возьмем. Они тем более спят все равно. Их сейчас поймать любо дело. Так, и видите, у нас здесь пещера, в которую я, честно говоря, чуть побоюсь пока суваться. Наростов я не вижу, опять же. Аврор у нас, да, забыл сказать, в предыдущей части жахнул таки. Не полетаем мы уже на ней. Так, все, хорош. Нам нужно собирать, иначе у меня ни хрена места не хватит. Господи, это что было? Это пипер. Рыба-пескун. Это что за хрень красная? Красная нездоровая хрень. Очень много тут разбросано металлических осколков. Это значит очень много... Что? Очень много титана. Так, в тот раз я плыл в сторону, по-моему, острова, точнее не острова, а биома с водорослями. И там я нашел несколько таких штукенций в виде наростов. Вот я, допустим, вижу один, но это же один нарост, один, в котором был титан. Я опять забыл прочитать, я просто пытаюсь уследить последовательность. Это что такое? Это что такое? Фрагмент биореактора. Страннота. Просто я ее поднять не смог. Наверное, надо, не знаю, исследовать. Или что-нибудь, не знаю. Что-нибудь с ней делать, короче, надо. Соль, блин, пипец как видна. Но я пока... Мне пока она не то, чтобы прям критично нужна. О, блин, вот как его заметить? Известняк. Медяшка. Я, ребят, не вижу никакого известняка. Я говорю, я слепой вообще. Здесь он крайне сложно ищется. Так, водомерка нам нужна. Рыба. Как она там? Она ж не водомерка, она рыба... Летун. Ну, в принципе, наверное, да, правильно, она передвигается такая, можно сказать, летающий. Просто она стоит на воде, реально, как водомерка какая-то. Так, это что такое? Инвентарь полон, ясно. Не полон, но, видимо, оно занимает много места. Серебро.
Серебряное да, исследовано. Серебро является основным элементом компьютерных чипов, также является важной составляющей радиационного костюма и строителя. Ну, я вас расстрою, но я радиационный костюм сделал без серебра. Поэтому подсказка, конечно, спасибо, но ты нагло обманываешь меня. Просто свистишь, как дышишь. Это не нарост. Господи. Мне эта близость с моей базой немного напрягает. А что это за... А, то есть, наверное, все-таки... Подождите, так это... А, это я яму рою. Господи, это выравнивание местности. Копание в песке. Фу, идти колотить. Не стоит лезть в пещеры. Основная логика всех игр. Короче, пошли отсюда пока. Я пока реально не готов по пещерам лазить. Морально. Может быть, наш персонаж-то и готов. Но я не очень. Короче, ребят, еще раз повторюсь, я просто слепой. Да, вполне вероятно, что я не вижу до хрена наростов. Извиняйте, но тут не могу я к ним пока привыкнуть. Не идет что-то пока. Прикольно. Ой-ой-ой, ой-ой. Да, ты какая-то непонятная хрень, и ты делаешь блюм, когда я к тебе подлетаю. У нас такая, можно сказать, исследовательская серия на данный момент. Но мне интересно, как все же переделать. Углекислый газ. Вот, и вижу одну. Возможно, конечно, я просто плаваю настолько в стартовых локациях. То есть тут, да, тут она, игра, еще раз говорю, заранее сгенерированная карта. То есть она, в принципе, одинаковая. Поэтому вполне вероятно, что на данной территории не рассчитано большое количество вот этих вот наростов известняковых. Да, можете, в принципе, советовать мне, если что-нибудь хотите, если что-нибудь интересное знаете о Сабнафтике. Потому что, еще раз повторюсь, я о ней не знаю ни черта. Только такие самые-самые базовые аспекты. Что делать, как делать, куда делать. Так, наша спасательная капсула. Поплыли туда. Я пока, в принципе, даже близко не решил, но вот на вот этом вот шельфе, я бы сказал, было бы неплохо поселиться. Но это очень, не знаю, пока очень так, примерно. Слушайте, а женщина сказала, что у нас 30 секунд осталось? Или я просто глухой? Так, о, окошечки, что ли? А, класс, ладно, первая бага. А, нет, ребята, это, наверное, все-таки не бага, это, похоже, от радиации у нас произошла такая бяка. Итак, меня интересует... Качает воздух с поверхности? Нет. Меня интересует ребризер, поглощает CO2 на больших глубинах. Комплект проводов и сетчатое волокно. Так, сейчас, секунду, секунду, мне надо вспомнить. Медная проволока, комплект проводов, это где? Серебряная руда, две. У-у-у. Печаль. Это я не посмотрел. Так, что у нас еще есть? В принципе, из этого нам, наверное, пока... Ну, не сильно что-то надо. Давайте из инструментов. Для сканера нам нужен титан и батарея. Для батареи, собственно, нам нужна, по-моему... Нам нужны кислотные грибы. Я постоянно путаюсь, блин, где это делается. Батарея, да. И теперь инструментик и сканер. Сварочный аппарат давайте тоже потом попробуем сделать.
Что для него надо? Магний, пыльца, камикадзе. Понятно. Фонарик, батарея, стекло. Вот это можно. Вот это, пожалуйста. Батарея. Дальше мне нужно стекло. Чтобы ночью плавать с этим. С этой гадостью. Воздушный пузырь. В ходе химической реакции образуется газ, который легче воздуха для повышения собственной плавучести. Я не знаю, что это такое. Но давайте сделаем. Рыб-пузырь для этого, да, пошла? Так, теперь нам надо воду. Желательно бы всю. Так, по 20 же они. То есть мне даже 60 будет недостаточно. Так, далее, рыба. Ну, кстати, давайте вот летягу. Я опять забыл, сколько добавляет у нас рыба-пескун. 23,3. Ну, явно больше пескун дает, по-моему. Так, и... Пока, ладно, пока пусть будет так. Воздушный пузырь, что это? Давайте назначим его на фонарик на 2. Воздушный пузырь на 3. Сканер на 4. И это пока на 5. Хотя я бы сказал, что оно нам уже не сильно надо. Так, это есть. Далее. Что у нас есть еще? У нас есть хранилище 4 на 4, которое... Не очень. Так, короче, есть у меня такое подозрение, что пора бы нам уже начать строить базу. Какой-то я здесь шлейф находил, более-менее интересный. Может быть, под рядом с этим, с этой местностью построимся, что ли? Так, понятно, это не скопать. Так, кстати, пузырь. 3. И? Я бы не сказал, что я быстрее плавать стал. Я вам точно так могу сказать. Ну да ладно. Так, туда я понял, что давайте вот в ту сторону еще сплаваем. Может, это для того, чтобы на поверхности держаться? Ну я хз, у меня в руках этот пузырь есть и все. Я понял, это для быстрого всплытия. Вот оно как. Слушайте, это забавно. То есть, допустим, если я рыбу пузырь мне нужен. Пещера какая-то. Сканер, кстати, да. У меня же есть сканер теперь. Это фонарик. Сканер. Фрагмент мотылька. Что? Готово к изучению. А, ПКМ, пардонте. Вот, один из трех. Короче, нам надо собирать вот эти вот фрагменты, чтобы открывать новые какие-то исследования, я так понимаю. Так, пока видим, надо все рубать здесь. Кусок известняка. Кстати, это уже не выступ, это кусок. Лаймстоун. Хорошо. Так, и нам надо, наверное, все-таки испробовать этот пузырь. Ща я за рыбы пузырем доплыву. Да, я знаю. О, да, слушайте, офигенно. Этот пузырь нам дает просто офигенное быстрое всплытие. Ну, не то чтобы я прям в восторге, но мне нравится. То есть, если мы внезапно зазевались,
то мы вполне себе можем всплыть быстрей. Флотер. Не знаю, зачем мне этот поплавок. Он, надеюсь, не два места занимает. Состоит из нескольких организмов в симбиозе. Жизненный цикл неизвестен. А я все могу на быстрый слот назначить? Нет. Пескун, скотина! Ты самый съедобный хрен из всех, что тут есть. А, так вот, чем я, собственно, занимаюсь, спросите вы. Я ищу место для базы. Так, вот эта глиста мне не очень нравится. Слушайте, а давайте вот здесь. Тут какая-то хрень разломанная. А где-то здесь будем жить мы. Прямо рядом с этой разломанной хренью. Тут как раз у нас есть рядом водоросли. Подальше у нас находится сама первая база, то есть... Я еще тут, так сказать, не все обобрал. И что нам вообще надо для строительства? Точнее, для постройки базы. Нам нужен фундамент. Строится плюс 2 прочности конструкции ПК, насколько я помню. Блин, и как мне здесь... Еще бы запомнить как-то. То есть это куда-то сюда, а там еще один лес водорослей. Короче, я, кажись, я заблужусь. Хрен ли вы все скидываете во враг? Я уж потом не найду. Я думаю, мне нужна какая-то бодяга, которая умеет строить. Че у меня с инвентарем? Все плохо? Все ужасно. Пискуна я хоть схватил того, которого исследовал, я надеюсь. Слушайте, а бумеранг исследуется в разы быстрее. Видимо, он вообще говно. Пузырь, ну ты прям сам ко мне и идешь. В руки. Так, я вот откуда-то оттуда. То есть вот по этому шельфу надо и плыть туда. Шельф. Не обращайте внимания. Итак, персональное. Нам нужны инструменты, а именно мне нужен... Компьютерный чип и батарея. Как у нас делается компьютерный чип? Образец коралловой плиты. Надо подумать, что-нибудь такое вообще. Ну, у меня есть подозрение, что это либо красные кораллы, вертикальные, вот эти вот, либо зеленые кораллы, горизонтальные, вот эти вот. Кто ты? Красная коралловая плита. Наверное, нам этого... Не, не исследуешь. Ладно, черт с тобой. Раскидал-то, раскидал-то. 4 штуки взял, не знаю, зачем 4. Опять называется, с избытком набрал. Итак, что у нас есть? Компьютерный чип, я так понимаю, у нас есть. This is good. Дальше нам нужен инструмент и батарея. Для батареи нам нужна медяха. Есть ли у нас медяха? Па-па-па-па-па-па-па. Нету. И кислотного гриба у нас тоже нету. Класс. Классно, классно, классно. Так, ну, я так понимаю, время пожрать, чтобы потом кислотные грибы себе понадыбать. Для этого нам надо сделать две воды. Как раз примерно 40 мне надо. И, в принципе, одну рыбу пескуна. Нам этого будет более чем достаточно. А, это логи. Точнее. В общем, неважно. Так, пьем, пьем
и пескуна. 32, да. Место мы немного освободили. Нам нужны кислотные грибы и медь. Раз, два. Я, кстати, даже не знаю, восстанавливается ли все, что мы тут собираем или нет. Кстати, это уже второй фрагмент мотылька. Еще без знал, что это за дичь. О! Титан, да. Газобрюх. Господи, он так просвечивается страшно. Только не бздыни, пожалуйста. Я потом прочитать про себя хочу. Я что, в стену уперся? Ну, конечно, не бзда, не бзда, но улна. Газопот. Угу. Слушайте, она... Сейчас, секунду. Нарост это видно намного лучше. В потьмах. Если это нарост, это соль. Тьфу, блин, это коралловая хренотень. Не хочу пока в пещеру. Пещеру мы исследовать еще успеем. Ну прям так и намекает, да? Ой-ой-ой, ноль. Это было не очень, вот сейчас вот. Я думал, что она за 30 секунд меня все-таки предупредит, коза такая. Так, вот эта же хрень, это... Чей-то. Ага, она дает кислород, понятно. На больших глубинах будет хорошим подспорьем, я думаю. Ни черта нет. Можно, кстати, просто второй раз двойку нажать. И убрать из рук фонарик. Тихо, нах. Так, плывем отсюда к черту. Пузырь. Понятно, это были те самые рыбехи. С большой пастью, да? Это чё? Ещё мотылёк? О, класс. Как-то они слишком часто попадаются. Сталкер? Сталкер. Конечно, издевается, но они, видите, им достаточно сложно повернуться. Из-за этого я могу, пока нет меня... Отвернувшиеся! Посканить их. Ага, отлично, посканил, да? Посканил. И так внезапно... И ушли от сталкера. Знаете, нам нужен маяк, который будет показывать, куда мы решили, где мы решили осесть. Че, у меня по месту в инвентаре все очень плохо. Тогда ищем только наросты. Сейчас мы буквально чуть-чуть построим базу, и я надеюсь, мы там все поскладируем. Но, блин. О, как хорошо я заметил. На потолке. Это же медь? Это же медь. Жиметь, однако. Что у вас тут происходит? Кто-то быстрый. Глиста какая-то. Я все еще... Короче, песок копать, я говорю, это просто выравнивать землю. Чуть-чуть.
Кстати, у нас уже день настал. Что не может не радовать. Почему она перестала меня предупреждать о 30-секундной окончании кислорода? Я ж так и сдохнуть могу. Если бы у меня пузыря не было. Жалко, что он в две стороны не работает, типа быстрое погружение точно так же. А может и работает, я просто не понимаю. Есть что? Дайте кислороду. Кислород дайте. Спасибо, спасибо. О, это нарост, что ли? Да ладно. Класс. Медная руда и... Да, здесь is the end. Поплыли обратно. Забавная игрушка. Такая, знаете, умиротворенная какая-то. Ну, конечно, бывает жопа, когда внезапно на нас напрыгивают. Слушайте, а я, похоже, опять у этих обломков, да? Нет, я у другого обломка. Короче, в сторону... В сторону... В сторону Аврора я плыл. Будет печально, если он не многоразовый этот пузырь, но я имею в виду не бесконечный. Так, что-то можно исследовать? Слушайте, можно. Прикольно. Ват с ХП мне снес сталкер за один раз. Да, я уже понял, что блюпринты здесь можно подыбать. Спасибо, женщина. Как я без этого не представляю? Что-то еще можно? А, окошко. Окошко нельзя. А вот эти вот хреновины и вот эти хреновины нельзя. А чё? А чё? А чё? А чё ничего нельзя-то? Прикольно. Блюпринты два штука есть. Что, знаете, такое ощущение, что у меня ласты какие-то гашеные. О, нифига себе. Пескуны-то, оказывается, над водой прыгают. Прикольно. Забавненько. Так, поехали в нашу капсулу. Я надеюсь, она не сломается. Итак. Ну, да. Чинить ее явно надо. Батарейку бы забрать. Ты что-нибудь умеешь сканировать здесь, нет? Понятно. Так, что я хотел сделать? Строитель. Для строителя нам нужна батарея. Батарея есть. Кстати, одна медяха нужна, я две нашел. Что не может не радовать. Так, теперь инструменты. Строитель. Окей. Теперь надо понимать, где я хочу жить. Итак, смотрим чертежи. А, у нас здесь есть всякое шлюз. Понятно, титан, стекло. У нас здесь есть всякое. Во-первых, дохрена титана. Раз. Во-вторых, а где что-то, в чем можно жить? Так, это черт с ним. Слушайте, ребята, я что-то не понимаю. Коридор есть, коридор есть. А где какая-то такая жилая хренотень? Что-то как-то. Так, литий, понятно. Окно минус 1 ПК, минус 1 ПК, минус 1 ПК. Все минус. Так, блин, я все понимаю, но тут только коридоры. А где, я не знаю... Аквариум. А, во, многоцелевая комната. Титана 6 и 4. То есть мне реально дохренище титана надо будет и чуть-чуть кварца. Кварца мне буквально надо, еще раз повторюсь, чуть-чуть для того, чтобы сделать себе вход. Это надо два кварца. Стопе.
Сейчас, ребят, мне нужен маяк. Он делается из медной проволоки. Медная проволока делается из, наверное, меди, да? Медная руда 2. Заи. Шибись. Так, давайте немного отложим, короче, нашу поездку на новую базу. В следующей серии мы, скорее всего, будем уже искать медную проволочку. Опять нам, оказывается, два рыбы пузыря надо, я думал, одну. А пипера пескун. Опять один. Ладно, у нас есть только бумеранг. Еды становится все меньше и меньше, потому что я уже маленько забиваю болт на нее. Я думаю, достаточно. Так, ну что, в поисках меди. А мы увидимся с вами в следующей серии. С вами был Вичтовсин, это была игра Сабнафтика. Всем спасибо за просмотр и всем пока!